Здравствуйте, друзья! Я рада всех приветствовать у себя на канале. Сегодня хочу разобраться с юбкой, которую на глазах у меня начинает пропадать. Попытаюсь спасти ситуацию. Я уже снимала видео, как я открывала юбку после зимы, просила советов, но что-то никто ничего не подсказал. В интернете куча разной противоречивой информации, как за ней ухаживать, где она должна расти, как зимует и так далее. И вот что стало происходить. Сначала, когда я ее открыла, листья были более-менее зеленые. А теперь они все в каких-то пятнах, похожих на какое-то грибковое заболевание или что, я даже не знаю. И листья у нее стали вообще отваливаться. Тут сохнут, и вот так вот отваливаются листья. Я не знаю, может быть, она у меня растет в неправильном месте. Потому что у нас здесь полдня бывает тень. Может быть, еще что. Я сейчас хочу ее взять, выкопать, посмотреть, что там с корневой системой, и попробовать пересадить ее в другое место. Здесь у Юки есть такая вот молодая вот деточка. Вот и деточку тоже я сейчас пересажу отдельно от старой Юки. И будем наблюдать, что с ней происходит дальше. Ну вот, выкопала я юку. Похоже на то, что корень у нее здоровый. Даже вот эти молодые побеги, это новые деточки. Что ей не хватает, я вообще не понимаю. Здесь и земля хорошая, и песок добавлен. Но сейчас будем смотреть дальше. Сейчас я размою корень. Промыла я юку. Обнаружила у нее очень-очень много побегов. Корни великолепные, вон, даже молодых много корней, воздушных корней много. И заметила вот такую вещь. Вот здесь вот место спила. Значит, здесь, я так понимаю, тоже до этого росла юка. Ее потом отпилили, и от нее пошли ее детки. Вот сейчас хотим провести эксперимент. Вот это место мы вот здесь вот тоже разрубим. Вот молодой кустик посадим отдельно. А вот эту старую юку тоже мы отрубим и оставим только одни вот эти детки. И посадим тоже в другое место. И будем наблюдать, как будут они развиваться дальше. То есть будем доходить сами методом проб и ошибок. Ну вот, деточку я отрубила. Сейчас буду отрубать старую юку. Получился вот еще вот один вот такой вот посадочный материал с кучей побегов. Так что сейчас начнем сажать. Сейчас поставлю ее в посадочную ямку. Сажать буду опять на ту же высоту, как она и росла. И слегка припудрю корни корневином. Расправим их немного. Чтобы уже наверняка она прижилась. А теперь буду засыпать землей. Юку посадила. Сейчас я ее подмульчирую сверху питательным грунтом. Дополнительное питание ей сейчас не повредит. И также сейчас по такому же принципу буду сажать вторую юку. Друзья, у меня к вам большая просьба. Если кто знает, как правильно ухаживать за юкой, может быть, мы посадили неправильно, может быть, что-то не так делаем, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень за это вам благодарна. Всем до новых встреч!